Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Ух ты! А вблизи они даже страшнее. Народ, почему никто не сказал, что тут бродят эти штуки? Если б сказал, так ты бы весь извелся. Нам нужно обойти каждый уровень, ведь так? Если бы мы знали, на каком он уровне... Вашу мать! Кто там такой умный за косичку дергает, а? Свобода. Хорош глотку драть, иначе их еще больше прибежит. Но если они такие страшные? Ты прям как маленький. Черт, берегись! Ра, ты что творишь, блин? Просто ты тут один, кто выглядел бы хорошо, впечатавшись мордой в пол. Да пошел ты! Эй, Джуга, ты там как? Все ништяк! Блин, да ты даже едва держишься! Тебе следует почаще упражняться. Давай, левый, правый. Прекрати! Сейчас не время заставлять его тренироваться! От беглецов-аферистов все равно никакого толку не будет. Да пошел ты! Лучше долго не задерживайтесь! Я боюсь всех этих мерзких штуковин! Не хочется признавать, но с вами мне намного спокойнее. Я же просто красавчик! Да, я тоже! А какой вообще Джуга как человек? Почему его вообще сюда посадили? За побеги, разумеется. Он же больше ничего не умеет. То есть, как это ничего? Ну, например, он умеет складывать числа только по пальцам. Что, прям как детсадовец? Когда он однажды сбежал, он тут же свалился в яму. Его силой заставляли покупать дурь. Был даже случай, когда его школьник отоварил. Старая гадалка и та смогла его обчистить. Ну, суть ты понял. Да он жертва, а не преступник. Вдобавок он быстро устает, так что когда мы сбегаем, Рок всегда тащит его на своих плечах. А еще он не умеет плавать. Он бы даже в ванне утонул, а если бы не помогал ему каждый вечер. В общем, у него нет ни знаний, ни мозгов, ни силы. Ничего. Вот такой вот у нас Джуга. Видимо, он и вправду бесполезен. Я все слышал, суки! Но тебя по-любому раньше называли занудой, да? Что? Обычно, когда кого-то хвалят, они либо радуются, либо зазнаются, например, как сладенький. Чего? Что ты там про меня сказал? Твою мать, Труа, опять какую-то херь про меня несешь. Совсем уже оборзел. Видишь, есть такие, как он, которые заводятся независимо от того, хвалишь ты их или нет. Ты сейчас про кого сказал? К тому же, знай, девчонки занудных парней не любят. Не нравишься телочкам, бедненький? Да уж, это нехорошо. Но получается, что я был прав. Заткнись! Хоть я и не красавчик, но у меня нет волосин на теле и сосочки розовые! Где ты это уже слышал?